Всем привет! Здравствуйте! Добрый вечер! Добро пожаловать в наш додзё, где заебаться скорее уже. Да, где мы тренируемся. Но прежде чем мы начнем, давайте минутку ностальгии и посмотрим, как выглядел в 94-м году. Это очень круто, особенно в сравнении с тем, каким Tekken стал сейчас. Это очень смешно даже и поучительно в целом. Давайте посмотрим, вот если бы вы прошли первый Tekken за Нино, вы бы получили вот этот превосходный, да, прекрасный... Роман, сын Моби. Сын Моби? Тихо, подождите. Это, тут все очень хорошо. А, это супер пранк? Поговорили. Да, вот это серьезно. И конец игры. Вот, да. Ты сражался. Но, кстати, это к вопросу о том, что в начале, особенно в первом Tekken'е, персонажи были реально очень простыми. А Нина не была, значит, главным помощником Дзаебацу Мисима, как она была сейчас. Слушай, а Нина же, по-моему, что-то там вывели как суперсолдаты. Но мы видим ее концовку. Но ее юмор, в принципе, соответствует. Ну да. Да, понимать персонажей хотя бы, как минимум, руки и ноги. Давай. Нет, убей его. Не, вот почти так получилось. Как маленький такой. Убей! Блин, все равно жив сейчас, ведь добьет меня. Ты бей! Отлично вообще, вот. Понял? Виктор Валерьевич Зуев. Белорусская Виктор Зуев. Родился 22 мая 83 года. Витебск, Белорусская ССР. Белорусский боксер-любитель. Давай. Многократный чемпион Беларуси, призер чемпионатов Европы и мира. Вот главное, конечно, Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. А ее только заблочит. Пишет нам Зуев Лавр 228. Зуев всех размотает, вот пруфы. Блин. Еще давай, короче. Началось. Нет, это невозможно, конечно. Ну че-то. Витя, ты за акулу сыграй, да, давай. Причем я нажимаю, и ничего не происходит. А ты думаешь, это вот так, что ли, прям? Ну ты пройдет. А, не, не прошел. Ты меня еще убьешь, что ли, сейчас? Да. Блин, надо было не тормозить, конечно. Давай, все. Ром заметил, что у нее супер удар. У меня тоже. И ты ее замыл. Блин, вот ты видел вообще? Да! Вот ты видел это дерьмо? Почти ведь вот. Дин, говно просто. Дайте поиграть, псы. Да. Да, все. Ай! Ну что, тебя покатали? Кать, кто там сидел в этой в студии аналитики, где мы сейчас сидим, и рассказывала нам, что надо блочить. Ну давай, показывай теперь. Ты же выйдешь как богиня, давай. Не, ну выйти она нормально. Все, да? А блок. Нет, ты посмотри, ушла! Нормально. Кстати, очень крутая тема с замедлением. Да. Лучшая кинематографическая фича. До последнего момента файтера. У меня фиолетовая рубашка. Запомни, Катя, у тебя фиолетовая рубашка. Ну не! В принципе, может быть, даже сейчас. Или нет? Нет, сейчас не убьет. Это слишком. А, да, у нее жизнь нахера. Ну все, сейчас с разбегу. И вот. Слушай, Джек прикольный. Джек, честно говоря, дерьмо. Не-не-не. Но он медленный какой-то, он ровный. Не, он мощный. Мне кажется, надо завтра быть реально. Вот, у меня получилось! Вот, надо быть дерзкими и просто заживать в углу и просто. Я рад на него, сука! Да. Психологическая атака! Я даже не смотрю на экран! Наша задача некрасивую игру показать. Наша задача выиграть. Вот так вот просто идешь, а? Джанглер! Завтра нельзя смешить Катя. Демотивация! Вот, пёфер! А? Плохой. Катя проржала весь матч. Плохой. Она не могла сосредоточиться. Плохой персонаж. Катя, главное, не смеши. Кать, завтра нужно быть грустной. Да, реально. Посмотри Хатика перед выходом, я не знаю, что-нибудь такое. Тут не получилось бы. Эх, ребят, хорошая, надо вас научить блокировать. Хороший стартер. Хороший стартер. Да. Хороший стартер.
хороший стартап. Вот на самом деле, да, видишь, зажало просто и... Нихера ты баклажан. Баклажан вообще. Ты в натуре кабан. В натуре кабан. Че, давай? Бьешь? Нет. Че, и прокосил, знаешь, так... Что ж ты делаешь? Дай. Это что сейчас было? Ты тоже. Нет! Нет! В лицо в заведомой съемке просто. Но я со своей стороны тогда скажу, что я не против посмотреть на тебя в платье. Понятно. А мы решили, что если мы одеваем женские персонажи, то Кате делаем, соответственно, прическу хей-хай. Ну как? Сдал, тренер для того, чтобы на женский персонаж у тебя будет мужской. Но я очень надеюсь, что этого не случится. Я буду, друзья, вот там все, какой-то парень. Да, и вот главное, он, чтобы я главное, буду этим. Главное, чтобы он тот персонаж нам помог. Понимаешь, это бог рандома. Он смотрит на нас. Надо завтра его позвать. Да, надо ему принести жертву. Все, болейте за нас. Завтра стрим будет в 3 часа. И не болейте. На этом же канале. Параллельно будет вести стрим на ДТФ. Это будет фанатская трибуна ДТФ. Туда можете зайти и написать им все, что о них думаете. В общем, я думаю, что будет завтра весело, атмосфера и все такое. Целуем, пока. Всем удачи. Железный кулак.